Хей, йоу, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием Спанч Боб. Нападение роботов. Нападение на бикини ботов. Чего же ты ждешь, Губка Боб? Покажи роботам, где здесь, кто здесь хозяин. Я! Ну что, в принципе, мы отправляемся с вами на такси. На другую часть Медузного острова. Живописные зеленые холмы Джеллифилса. Природа здесь чудесная, дикая, попробуй чрезмерно до того и гляжи, ужалит. Ну, прекрасно. Эй! Ой, больно. Ага, то есть... Минус вес. Сквидвард, ты в порядке? Нет, я не в порядке. Моллюсковая башка. Похоже на то, что я в порядке. Но у тебя, кажется, большевато. В смысле, большой обычно, потому что они и так большой. Еще ты выглядишь липким. И, о господи, ты облысел! Я всегда был лысым, но теперь меня изжалили с ног до головы. Ну, если верить пометке, туристов в Джеллифилзе при сильных ожогах от медуз лучше всего помогает обильный сок железа короля медузы, который нужно приложить к ожогу поражения. Как король медуза? Что ж, полагаю, тебя ждет... Пойдем на вершину горы Спкорт и ужасающая смерть в ядовитых щупальцах королей медузы. Ай, я останусь здесь и подожду от невыносимой боли. Договорились. Не волнуйся, Сквидвард, я принесу тебе столько железа короля медузы, что тебе хватит с ног до головы обмазаться. Окей. Так, ну как я понимаю, здесь очень большая территория. Если посмотреть вдаль, там просто жесть, что вообще происходит. Это слизь. Губка Боб и Патрик не умеют плавать, поэтому не позвольте им попасть в слизь. А, то есть вот это внизу, это слизь, да? Окей. Только тогда вопрос у нас возникает, как мне попасть на ту сторону берега? Слишком красиво! Мне нравится! Это телепортационный ящик. Когда оба телепортации нужные ящики в одном области будут открыты, вы сможете перемещаться между ними, запрыгивая внутрь. Д199 это максималка? Хотя если я могу 3000 собрать, почему нет? Да, нет. А мне вручную же, да, нужно сохраняться еще? А ну-ка. Нет. I love opening presents. We can't jellyfish today. I'm going fishing for robots. Золотые трусы, это, короче, увеличивает количество трусов, я понял. Ну, жизни имеется в виду. Главное никуда не упасть.
Ну, вниз можно, в принципе, спрыгнуть, но думаю, это плохая идея. Самое ценное — это фиолетовый, да, денежка? Ауч! Ну, за медузу ничего не дают. Я чувствую себя как новая губка. Но отсюда хотя бы можно все рассмотреть. Да, врагов всех я не убью, но... не хочу тратить. Ну, как я понимаю, я должен научиться плавать. Патрик, нужно устроить стирку. Так это было. На самом деле, довольно прикольное место. Но здесь все равно много таких неизведанных, неизвестных. Да, починить. А что у нас? У нас еще варианты есть какие-то. Не чинить. Опа, контрольная точка. По идее, могу теперь здесь спокойно прыгнуть в воду, да и все. Окей, давайте тогда я сейчас обегу и со стороны этого. Как он называется? Там, где мы носок нашли. You've just met the Sponginator. Ой, я тебя не заметил до этого. Ну, видите, плохо то, что они не помогают тебе забраться выше. Но я хотя бы могу нафармить деньги. Просто сюда приходишь, сколько, смотрите, у меня сейчас 314. Ну хотя ладно. Я сейчас не понял, а почему я лопатку не взял? Я сейчас просто специально для этого сюда и бежал. Не хочет брать лопатку, как вы видите. Значит, что-то должно быть у меня еще. Какой-то полет, либо типа того. Либо типа того. Ну ладно, думаю, тогда погнали дальше. Золотая. Бутылка. От майонеза или я не знаю. Так, это замороженные фрукты. Только Патрик может использовать замороженный фрукт. А, то есть мне еще для того, чтобы что-то сделать, Патрик не может плавать, правильно. Ну, значит, какой-то персонаж может плавать.
Ну, значит, пока что мы исследуем все, что я могу для своего персонажа найти. Плюс мне все равно кэш нужен будет. Ну, слушайте, по десятке дает. Ну, допустим, мне туда нужно попасть. Я летать... Летать. Ха. Там носочек. По бочкам, по фасту. А, нет, даже не, можно не быстро. Ну, я почти, смотрите, собрал мистеру Крабсу то, что ему нужно было. Ого, подарки нужно было получить. Так, назад. Есть много роботов, но они... О, фиолетовые. Так. Так, здесь ничего, да, у нас вон наверху синее еще есть. А, это рыбы-шары, ничего себе. Так, что тут-то? Труханы. Да, единственный минус, который здесь, это... то, что... Привет, Гэри, как оно? Мяу, мяу. Ого, прыжок в Тарзанке! А в награду золотая лопатка! Наверное, я в раю. Возможно. Ага. Так, король медуз там. Это тарзанка. Губка Боб может ей воспользоваться. Чтобы прыгнуть на тарзанку, используется крюк для... Тарзанки, который подпрыгнет вверх и приносит вас к вернуться. Так, ага. Поинк. Ага, теперь я понял. Но зато мне теперь есть лопаточка. Так, король медуз там находится. Ну, в принципе, да, туда и пойдем. Так, секретного больше тут ничего нету. У нихера там робот с молотом каким-то ходит. Понятное дело, что это пока что самый легкий уровень такой. Опасный робот. Вичилятор. Понял. Так, подожди, пока он меня не атакует.
Мне бы понять, куда мне идти. И мне еще нужен какой-то гель найти здесь. Я люблю открывать подарки. О, давай, камера, вот так, пожалуйста, не делай, чтобы мне потом проблем не... не понял. Почему мы не допрыгиваем? Странно. Странновато, почему не может допрыгнуть. Он еще может карабкаться. Губка может должен научиться приему пузырчатый боулинг, чтобы играть в эту игру. Понятненько. Так, и обратно, да? О, сколько денег? Так, туда я только оттуда, да, смогу попасть. А здесь я могу забраться? Не могу, плохо. Я думаю, может, они чем-то хотя бы отличаются, медузы эти. Там еще звездочки даются какие-то за уничтожение. Ну, походу они просто так. Так, это слизь. Губка-боб вдруг не умеет плавать, поэтому не позволяйте ему упасть в слизь. Я, видите, повторяю, значит, какой-то персонаж все-таки может плавать. Им слизь будет не преграда. Только интересно, что это за персонаж. Ну, я бы пошел туда, но мне хотя бы нужен этот чекпоинт. Ну, пока что платформер ровный. Типа, я ничего так и не скажу. А, нихера себе. Еще одна находка для Патрика. Так, а теперь у меня вопрос возник. Что-то летающее. Ну, типа, время нам позволяет, да? Позволяет, конечно. Только 18 минут. Мы уже, считать, с вами весь этот исследовали. А, это для тарзанки. Понятно. Ну, тогда у меня вопросов нету. Теперь у нас есть телепорт. Неплохо. Комбо. Неплохо. Иногда так... Тыкать в одни кнопки самое приятное. Тык-тык-тык-тык.
Так, это чтобы отправиться в пещеру Медуз, да? Ну, в принципе, плавать я не могу. Поэтому и смысла не вижу. Да, погнали сразу. Полетели сразу в пещеру Медуз. Ту-ту-ту-ту-ту. Ого, морской супермен! У меня есть все комиксы с вами и фигурками, и карточки. А, чего? А, это ты, малыш Губка. Что же я должен был тебе передать? Что Патрик окружили робота, и ему нужна помощь. А, нет, не думаю. Кажется, это было как-то связано с массажем с моей спинкой. Что же, если массаж ступней поможет спасти Патрика, значит я беру за этот массаж. На помощь! Они заставляют меня из себя избивать! Похоже, массажу ступней не ра... Так, не работает. Попробую более промиллионный подход. Постережи мне ногти на ногах! Держись, Патрик! Я иду! Так, коробочка Activation. Так, это склон, когда Губка Боб, Патрик или Сэнди приехают на склон. Опа, Сэнди за мечом. Они скользят вниз с гидродинамической скоростью. Значит, я еще смогу за Сэнди играть, который смог... Отличное веселье, нужно будет попробовать еще как круто. Давай попробуем. А, это что на языке ездит, точно. Ну ладно. Пробуем еще раз. Мне вот интересно, кто выше прыгает. О! Не, видите, я не могу за Спанч Боба допрыгнуть. Давайте еще раз быстренько пролечу. Может быть, повезет, и я смогу допрыгнуть. И я еще не пробовал еще один прыжок, типа, повторно нажать на прыжок. Да, все, можно. Допрыгнуть можно. Мне нужны эти носки. Мне нужны эти носки и лопатки. Ну, за блестяшки я не знаю, типа, блестяшки-то... Может, я еще раньше эту валюту найду. Так, отлично. Континуум. Так, вам нужно добраться до Патрика, чтобы помочь ему, но он недосягаем. Может, эти переключатели откроют вам путь? Роботы хорошо их охраняют. Вы должны пробраться вперед. Без проблем. Но хотя, на самом деле, я могу просто сейчас драться с роботами и получать за это кэш. Так, 217, смотрите. Ну... Не... Ага.
взрыв еще урон наносит, я понял. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, и последнее сюда, да, у меня? Так, там я активировал кнопку. Что-то я забыл. А, там кнопки нету. Там активировано, ладно. Ну, платформер на самом деле довольно легенький. Так, я видел фиолетовый. Где фиолетовый? Я видел фиолетовый цвет. Ну, вы поняли, о чем я имею в виду. Я видел... Фух, допрыгнул. Целую сотку. Эй, Спанч Боб. Как твой... Ничего, Спанч Боб. Фух, слава богу, ты в безопасности, Патрик. Ну, разумеется, Губка Боб. А что могло случиться? Сам понимаешь, роботы и... А, кстати, я вот что для тебя нашел. Не знаешь, что это, но выглядит важным. Спасибо, Патрик. Слушай, меня все эта суета немного вымотала. Не хочешь меня ненадолго подменить? Окей. Ладно. О боже, о боже, о боже! Теперь мы сыграем за Патрика. Так, это метательный фрукт. Патрик может подобрать метательные фрукты и бросать. Нажмите «Талон», подобрать ближайший метательный фрукт, а затем нажмите «Талон», чтобы его бросить. Метательные фрукты можно нажимать на кнопки, разбивать идолы и наносить урон еще за идолом. Не понял. А, видите, а... Так. Патрик может поднять, подбирать и бросать идолы, но только те, которые не стоят друг на других тике. Патрик может забрасывать фрукт на ступеньки, затем забираться наверх, поднимая фрукты и снова их бросать. Но он должен делать это быстро, пока фрукт не исчез. А видите, Патрик не может шифтить и все такое. Ну, это привыкнуть надо. Это автобусная остановка. Вы можете переключиться между Губка Бобом и Патриком, но на автобусных стоянках. Я понял. Это, знаете, немножечко сейчас переключение, как в этом... Мадагаскаре. Это особая качалка Патрика, которую может использовать только он. Пусть Патрик подберет метательные фрукты и встанет на розовый... Так. Мостовую звезду, а затем бросит фрукт, я понял. Раз. Блин, я на F просто нажимаю. Так, контрольная точка.
Это грозовой идол. Когда Патрик до него дотрагивается, начинается гроза, а через несколько секунд – бум! Не стойте рядом, когда он взрывается. Но это я уже засек. Он только что это? А ну-ка, фликанул? Или мне показалось? Чел, ты фликанул или мне показалось? Ладно. Эй, ты, голова моллюск! Гляди, куда я... Скала, говоришь, со мной? О, могучая скала, повелевай мной! Да здесь я внизу, здоровый розовый болван. О, привет, мистер Палантон. Вы меня сегодня не собираетесь случайно испарить? Такая соболезнительная мысль. К несчастью, я оказался в неудобном положении и вынужден тебе помогать. Я вчера тоже был в неудобном положении, и теперь у меня шея болит. Услышь же меня, мой огромный будущий прислужник. Отправляйся в пещеру Медуз, следуй инструкции на знаках, которые увидишь по пути. К выходу из пещеры ты останешься большим розовым тупицей, но будешь знать достаточно для того, чтобы победить розового робота. И вернуть мне помойное ведро. А потом ты меня испаришь? Может, я пощажу тебя и заставлю работать на своей патагонке, где ты будешь шить низкопробные поддельные кошельки. Ух, спасибочки! Окей, ушки, тогда... Вот, видели, он только что... Сделал, бля, как не до степа, а вот когда рукой, типа, глаза прикрываешь и руки вверх, так, бум. Сейчас увидите, увидите. Мне, я не думаю, что мне показалось. Давай, бам. Бам, ну, во, видели? Так, ладненько, я так подумал... Может, мне все-таки. Ладно, не надо. Погнали. Ох, жуткая темная пещера. Ой. Ну, я, по идее, могу кинуть туда арбуз. Комбо! Не забывайте, что... Так, Патрик может бросать метательные фрукты, затем подобрать его... Ага. Либо я могу просто так сделать. Так, это у нас ловушечная территория, да? Ау. Я думал, может, пробки будут тонуть. Ну ладно. Континуум. Не думаю, что труселя Куки Боба подойдут по размеру. Ну, Патрик, это коньки. Давай, быстрее, быстрее! Пока нас не испепелило, Патрик. Сколько денег сразу? Ну это умно, слушайте. Ну это понятно, что я могу делать. Бросать, запрыгивать. И это используется как батут.
И друг на друга накидывать, ясно. Главное это все быстренько делать, пока оно не пропало. Так намного лучше. Ну, сорян, Патрик, нам придется походу еще раз проехаться. Монатин в коробку влез. Для того, чтобы собрать труханы, это раз. Ау. Почему здесь столько жителей, я не могу с ними разговаривать? Нифига себе. Нифига себе, Патрик. Не думал, что так можешь. Если Патрик наносит животом зарядом в роботов, они могут нанести им урон. Ага. Ну, короче... Патрик херячит ударными волнами. Робот делает кабум. Я смотрю, сколько по деньгам мне нормально дают. Ну, такое. That's much better. Ну, мне по-любому арбуз нужен. Окей, я понял. Но это сложно. Понимаете, мне нужно как-то арбуз взять. Так блестит, так и ярко. Да ёлки-палки. Там с лопаткой, мне нужна эта лопатка. Я знаю, как это делается. Нам... Может там Венди. Патрик вообще погиб у меня теперь. ГГ. Ладно, потом все равно мы сюда вернемся еще в эту локацию за Венди. Поэтому. Ни хера, где я? Ладно. Как вариант, сначала мог кинуть арбуз, потом кинуть его еще раз. Запрыгнуть, подобрать и кинуть в этом, чтобы получить лопатку. Приветствую тебя, Сквидвард, говорил, ты еще король медуз? Yes. Да. Славно. Это мусор всех посетителей моих в корме пережарил. Говорят, его можно найти на вершине, то есть горы Спорки. Иди за гарпуй, эту тварь, салага. Ну и ну, мистер Крабс, я попробую, вдруг получится. Я понял.
Ну, видите, им нужно какое-то количество ударов еще, чтобы... чтобы уничтожить... Как-то там много труханов. Ладно, просто буду бежать вперед, вперед, вперед. Привет, мисс Пав. Привет, Патрик. У меня для тебя задание. Я нашла золотую лопатку, но роботы вон на том острове украли ее и забросили в озеро. Если ты сможешь сообразить, как ее вернуть, будешь большим молодцом. Как само собой, мисс Пав. Ну, мы-то знаем, как это сделать. Мне нужен лед. Там есть лед? А тут льда нету, ребят. Так, я вижу. Вижу. А смысл мне наверх забираться? Пока что не вижу. А, ну здесь мне нужен этот только. Еще раз. Ну что, в принципе, думаю, контрольная тут есть. Сейчас Губку Бобу возьму, дойду до контрольной и закончим. Кончим. Но за них много дают. Блин, мне нужен лед, чтобы попасть туда. В принципе, вот у нас и контрольная точка. Давайте, я думаю, мы с вами на этом тогда и закончим. Да. По этому, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Или как там Губка Боб смеется?